В латыни есть выражение «carpe diem». Лови мгновение. Лови мгновение. Срываете бутоны роз в юность. Почему поэт написал эти строки? Потому что мы пища для червей, юноши. Как бы ни казалось невероятным, но каждый из нас в один прекрасный день перестанет дышать, похолодеет. Ты молода, умна, весь мир у твоих ног. А ты стоишь, как лань в свете фар, и не двигаешься. Я ощущаю, как зарождается чувство вины. Постоянный шепот, что я не приближаюсь к своей мечте. В моей жизни мало интересно. И вас это огорчает? Тревожит? Я, например, всегда расстраиваюсь, когда думаю о жизни. Что не используя свои возможности и теряя драгоценные секунды, а жизнь так кратка. Вглядитесь в эти лица из прошлого. Эти ребята мало чем отличаются от вас. Как многие из вас, они верят, что им уготовано великое будущее. Их глаза полны надежды. Но разве они не растратили понапрасну заложенные в них способности? Увы, джентльмен. Эти мальчишки сейчас удобряют собой нарциссы. Мне всегда кажется, что времени еще много. Я не знаю, как быть дальше. Не знаешь, как быть дальше? Прекратить все время ждать чего-то. Жизнь слишком коротка. Нам следует быть теми, кто мы есть. Конечно, все мы привыкаем к своим маскам, к своей зоне комфорта. Поверь мне, чтобы жить, надо всегда рисковать, надо нырять. Слышите? Карпе дием, ловите мгновенье. Пусть ваша жизнь будет необыкновенной.